Всем привет! Вы на канале Королевство игрушек. И сегодня я хочу снять видео про приобретение свое новое. Это полочка. Полочка изначально покупалась для ванной, но я ее забрала себе для вязания, под вязание. Это мой рабочий стол, как вы уже поняли. На нем стоит еще аквариум, конечно. Его сегодня будем убирать на окно. Ну, теперь про полочку. В ней 4 секции. Очень-очень удобная. Теперь в ванную придется покупать другую полочку. Итак, я ее быстренько себе приватизировала. Хитрая такая. Но мне нужней, как оказалось. Вот, купила я еще вот такие вот корзиночки. Стоят они 30 рублей в Красноярске. Леруа Мерлен магазин. И мне для аксессуаров очень-очень необходимо. Здесь у меня всякие ниточки, здесь глазки, тут опять ниточки. Метр. Вот так вот. Я тут все пока составила. Свои открыточки, игрушечки. Здесь у меня наполнитель. Вот так, крючочки. Иголочки, спицы. Это все у меня вот так вот выглядит. Даже не думала, что она подойдет для всего этого, так как изначально, повторюсь, задумалась в ванну. Но когда я ее тут собрала у себя в комнате и просто примерила, она очень-очень удачно сюда вписалась. Вот я обустраиваю свое рабочее место потихоньку. Не знаю, что будет дальше. Но вот такая вот полочка у меня. И я очень этому рада. Буду думать дальше, что делать. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока!